6 прочных арматур. Столько требуется для того, чтобы 50-килограммовые топиарные фигуры стойко переносили любой ветер и вес людей, которые облокачиваются на конструкцию для хорошей фотографии. Процесс установки весьма прост, хватает всего 4 человек и одной кувалды. Приезжаем на объект, устанавливаем конструкцию, выбираем грунт верхний, чтобы арматура не виднелась, основание. Забиваем арматуру, крепим и закапываем обратно, кладем газон на траву. Простой композиции в уходе. Искусственный газон неприхотлив и устойчив к любой погоде. А если требуется ремонт, фигуры легко демонтируются. Будем смотреть, как они себя будут чувствовать по метеоусловиям. Вот, если, как говорится, будет требоваться необходимый ремонт, естественно, будем демонтировать. Мы их приводим за зиму в порядок, ремонтируем и на следующий год выставляем. Всего в городе к чемпионату мира по футболу устанавливают 44 фигуры. В основном мячи, бутсы, футболисты и матрешки, как символ русского колорита. Андрей Горгуленко, Дмитрий Мешканцов. События.